Новый состав Общественной палаты Республики второго созыва провел первое заседание. В рабочем порядке были утверждены 4 основные комиссии и назначены их председатели. Поздравить новых выбранных и поделиться опытом пришли представители общественности и власти. Среди гостей мероприятия была и наша съемочная группа. На первой встрече Общественной палаты второго созыва не разбирали вопросы и проблемы. Вместо этого члены палаты выбрали председателя палаты, которым вновь стал Леонид Шимин, утвердили 4 основные комиссии и назначили их председателей. Комиссии остались те же, что были при работе палаты первого созыва. Среди председателей появились новички. Например, Алексей Судленков будет руководить комиссией по культуре и образованию. Мы есть некая организация, которая учитывает мнение общества и мнение правительственных органов власти. И наша задача доводить вот это мнение общественности, чаяние общественности, беспокойство общественности до органов власти, да, чтобы на основании чего органы власти в силу своих полномочий будут принимать те или иные управленческие решения. Еще один новичок среди членов палаты – Олег Широков. Его делегировали представлять интересы научных кругов общества. Я связываю с деятельностью своей, прежде всего, деятельностью в общественной палате. Это как раз вот та самая, вот, может быть, несколько звучит по-простому, вот это достучаться до наших заинтересованных органов власти для того, чтобы помочь науке. Заместитель председателя остался тот же, Светлана Лясина. На второй срок ее утвердили не случайно. Проблемы ЖКХ, которыми она занималась непосредственно, продолжают лидировать среди обращений граждан. Во втором созыве наша комиссия больше будет уделять времени работе с населением, круглыми столами, разъяснение сегодня всех тех документов, которые появляются в сфере, значит, вот ЖКХ. При общественной палате будет организован общественный контроль в сфере ЖКХ. У нас сегодня очень большая работа идет по реализации закона федерального о проведении капитального ремонта, поэтому работы очень много. Назначением, вручением благодарственных грамот отличившимся и поздравлением коллег заседание не закончилось. Члены палаты поделились наболевшим. Мы подисквалифицировали по разным направлениям, каждый сидящий здесь. Но когда коснешься вопрос подготовки на рассмотрение общественной палаты и самой комиссии, сразу встает вопрос, с кем же проконсультироваться? Кто же все законы аккумулирует по тем направлениям, которые ранее приняты, на основе чего мы должны подойти к рассмотрению этого вопроса? Я со своей стороны обещаю на комитет и даже и на сессию Госсовета председателей комиссии будем приглашать. То, что у вас нет работников, я с этим вполне согласен. Я вот эту идею поддерживаю. С тем, что проблем много и их нужно решать, согласны все. Осталось закатать рукава и совместно с органами власти начать работу. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.